И всем привет, ребята! Это Даня. Это знаете Бой. Что? Лолок. Это, короче, наклейки клеить, да, доделывать фруктики. Дарина, ты в каком классе? Так, нет. О! Все. Отлично. Так, сколько брать? Три. Кого? Пять хватит машины. Ты на. Паша, ты цену видел на эти машинки вообще-то? Это же коллекционные. 200 гривен за машину. 250, там разные цены. Это моя самая любимая, это Ford Thunderbird. Боже, ты услышал, давай так, стоп, не спеши, давай хотя бы ты модели назовешь, и это будет уже лучше. Ну, одна модель. Ты показывай, пожалуйста, нам, потому что мы не видим. Где модель? Поворачивай к нам. Ты надписи ищешь? Надписи не будет. Поверни на машинки, мы их не видим. Какой-то Леконта, смотри. Лекон. Что ты показываешь низ? Да. Поверни машинку вот так, чтобы ее посмотреть можно было. Вот. Вот. Это Митсубиси. Там значок есть? Тут написано просто хотя бы. Вот, это Ford Thunderbird. Ой, это красивая машина. Да, так это... Это Ауди. Мы такую дали. Ну, правда, все написано, но там я по значку все не знаю. Ребята, вы разбираетесь в марках машин? Потому что Паша, ты не крути вообще-то, мы рассматриваем ее. Тойота. Посмотрел значок? Да. И что это за Тойота, знаешь? Прадо. Господи. Так, это непонятно. Ну что это такое? Ну поверни сюда. Вот, видишь какая? Я не знаю. Я ж не вот. Это. А, по значку? Велар. Вот так, мне надо увеличить, я не вижу, что это. А фиг его знает. Мне значок нужен, там значка не видно. Я в марках разбираюсь, в моделях нет. Ладно, все уже фиг стоит. Господи. Да, знаешь что, Паш? Да. Угу. Да, походу мы уже похожую машиночку брали где-то, да? Все, идем на кассу. Можно, ладно, уже ту коллекцию брать не будем, возьмем эту. Ты мячи хотел, Паш. Что это такое? Клей. Там же написано, клей. Господи. Что он такой? У меня такого не было никогда. И не будет. Ловишь? Нет. Ты хочешь, чтобы я бросила телефон и словила мяч? А я такое? Это ручки. 58 гривен. Что еще интересное? О! Ножницы, волосы. Нет, по это. Волосы. По... Туда идем. Там он с эти супермены какие-то он есть. Супермены. Мемы. Супермемы. Окей, супермемы. Вот, супермем. Это бинокль. Чтоб тебя видеть. А ну. Не открывай. А вот это знаешь кто? Вот, смотри. Это... Как его? Балблю или как его там зовут, я забыла. Это Ротари Денсер. Ой, какая колесенькая. Там же кроксы еще прикольные есть. Кроксы? Да. А, ну сейчас будете мерить. Это танцор. Это танцор. Так если Балблю, это что такое? Что? Вот, собачку ты просил. Вот. Это машин-денсер, это машина-танцовщица. Костюм для собачки? Ну вот есть собачка, а теперь еще костюм для нее возьму. Все, погнали. Да, собачку, в принципе, выбрали. Красный цвет пойдет. А, можно котика взять. И котик есть. Какой-то... Смотри. Класс! Смотри, она же, наверное, это, бегает. Да, она и ходит, и вообще все. Ребята, у кого есть похожие игрушки, пишите, что они делают, потому что это... Нет, не собака. У нас нет. Нет, сам, бери котика. Ладно, блин, почему лица? А вот, тут лицо. Так, это мюзик, мордочка. Короче, музыка бегает. Логик синкинг. Короче, психологический. Да, сенсори. Короче, я поняла, все двигается у него. Короче, прикольная тема, берем. Да. Берем. Ничего мы не берем, положи на место. О, Rainbow Ball берем. Нет. Ну он радужный мяч. Берем, это по-любому. Ты смеешься. Радужный мяч по-любому. Хорошо. Дариночка, иди на эту сторону. Это мода. Короче, он модный на стиле. Это какой-то супермен или нет? Ну это, да, это с мультика. Это суперкот. Это суперкот, да. Это суперкот. А где суперкошка? Леди Баг. А вот она, красная.
Это то, что мы смотрели? Нет, не Леди Баг. А кто? Вот это вот смотрели. Вот эти. Нет, это Леди Баг точно. А кто это? Нет, Леди Баг другая. А кто тогда это? Я не знаю. Ребят, если вы знаете, кто вот это, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я думаю, это Леди Баг. О, это зеленый монстр, который мне больше всех нравился в Шепотоке. Он такой добрый был. Паша! Пока... Тихо, тихо, Дарина. Это же нерф, да? Блин, хочется все здесь купить, как бы. Мне, знаете, вот ребята, что удивило, что Дарина не посмотрела ни на одну куколку, и здесь очень много, очень. Знаете, нет, мне просто больше понравилось, когда я смотрю эту животуху. Нельзя? Типа конфетный набор, который ты можешь сама делать. Все, извините, но нельзя. До свидания, все, пока. Опа, ребятушки, мы снова с вами. Всем привет, всем хай-хай. Так немножечко случилось то, что... Но... Оборвался немножко кадр. Ну, я думаю, ребята, вы знаете то, что нельзя снимать в магазинах. Правда, тут не было такой наклеечки, что снимать запрещено. Но нам охрана сказала, поэтому нам пришлось остановить видео. Там такие были классные просто игрушки. Да, капец. Ну ничего страшного, нафиг тебе игрушки, Паша? Ты что, сильно маленький, ты что? О, господи, тебе что, 5 лет, а? Блин, да все нравятся игрушки, в чем проблема? Ребят, ну напишите, вот вы уже играете в игрушки? Еще. Напишите, вы уже играете в игрушки? Конечно, играются игрушки, это нормально. Там какие-то пистолетики, машинки. Паш, вот те игрушки тебе вообще нафиг не нужны. Вот что в жизни надо, понимаешь? Вот, вот что в жизни надо. Откуда это у тебя? Паш, ну... Знаешь, умелые ручки, так сказать, они... В смысле умелые ручки? Ты хочешь сказать, что ты их с... Я... Фу, ля-ля-ля-ля. Паш, зачем мне руки облизываешь? Дарин, ты вообще ненормальная или что? Чего? Ты понимаешь, что тебе за это может быть? Там камеры, тебя могут найти. Господи, Паш, ты... Тебя найти могут, серьезно. Паш, понимаешь, просто я, у меня хоть смелости хватает. А ты шо? Да ты вообще слабак, боже, ты вообще нифига сделать не можешь. Что ты ее разглядываешь? Ну что? Ну ты идиотка вообще. Бей, открывай. Ребят, кто в здравом уме будет взять и... эту фигню? Что это такое? Оно... Пиво. Так, вы что, пьете? Нет, нет. Что, блин, тетя, какое пьем? В машине не кушать ничего, не пить нельзя. Так, мы знаем и так. Смотрите. Мы не Блин. Кушаем и не пьем ничего. Не, на самом деле, Дарина, не знаю, типа. Лучше так больше никогда не делай, потому что найду, реально хана будет. Жопа. Паш, просто у меня... Я в отделе я будешь смелая. Сидеть. Да ты вообще нифига никогда сделать не можешь. Ну вот я захотела, я сделала то, что захотела. Я добилась того, чего захотела, а ты что? Добилась, взяла конфетку. Помню, добилась своего. Так сильно пить пиво хотела. Паш, ты меня похвалить должен. Ладно, Дарин. Пришло Прохладно. Время тебе тоже рассказать. Затри сюда. Паша! Это что такое? Это какая-то жвачка. Ну, короче, я тоже добился своего. Я просто тоже очень... Я добился того, чего хотел. Так что, ребята... Ну, я ничего не добился. Не повторять, но добивайтесь всего того, что вы хотите. Да. Оно. Пужит, пужит, собак пужит. Так разжевать сначала надо. Блин, как ты вообще додумался до такого? А ты как додумался? Почему я не видела? Ты когда мы вместе могли, знаешь, сколько всего? Так, Дарин. Это был первый и последний раз.
Так делать нельзя. Во-первых, это... Вот так вот. Как вот так вот? Ну что ты, блин, сделал, своровала эти конфеты? Так, а что там происходит? У нас, ладно, все хорошо. Ну что, все нормально. Все хорошо. Ребятки, мы вот прощаемся с ребятушечками, мы снимаем видео. Да, воруйте мы наши сердца. Ай-яй-яй. Все, ребят. А мы воруем ваши, а вы наши. Мы вас всех любим, целуем. Обнимаем. Всем пока.